На Калининском ордена Ленина производственном объединении «Химволокно» комплект, которым руководит помощник мастера Анатолий Арсеньевич Глазков, один из инициаторов социалистического соревнования под девизом «Каждую трудовую рабочую минуту на службу 11-й пятилетки». В авангарде соревнования идут опытные крутильщицы Валентина Петровна Гоголева и Мария Александровна Крутикова. Они экономят каждую минуту. А каждая минута их пятилетки – это 59 квадратных метров кордовой ткани, из которой можно изготовить 5 покрышек для грузового автомобиля.